Давай, давай, иди. Степа, я никуда не пойду в этот ваш спортзал. Я понимаю то, что он недавно только открылся. Надо его там протестировать, как он работает. Не пойду я никуда, отстаньте от меня. Чё? Вы походу сговорились, да, что ты Степа, что ты мелкий. Пацаны, если вам нужно в спортзал, идите в спортзал. Я никуда не пойду. Мне, в принципе, и здесь нормально. Чё смотрите, а? Давай, давай, иди, качайся. Отстаньте от меня, пописяки. Никуда я не пойду. Горю, если вы хотите подкачаться, идите подкачайтесь, я пока мороженку пожру. Надо привести себя в форму. Ты уже раскабанел. Да куда? Ты слишком преувеличиваешь. Если я кушаю одно мороженка в день, это не значит, что я раскабанел. Все нормально, Степа. Давай ты сам будешь париться по поводу своей формы. У меня все нормально. Вкусная мороженка. Шоколадно, кокосовое. Хватит жрать, иди качай бицуху. Слушай, давайте, пацаны, я сам буду определяться. Да, хватит толкаться. Я сам определюсь, хватит мне жрать или не хватит. Все, идите в задницу. Отстаньте от меня. Я говорю, мне и так нормально. На улице минус 20, Новосибирск, я жру мороженку. Пацаны, слушайте, скажите, пожалуйста, зачем мне идти в спортзал? Через 2 дня я встречаюсь с маньяком. Это, наверное, последняя моя встреча в этой жизни будет. И, наверное, последний день. Вот, скорее всего, после этого я домой даже не вернусь. Тебе надо подготовиться. К чему подготовиться, пацаны? Дайте насладиться жизнью перед встречей с маньяком. Я же туда сам пойду, никого из вас не возьму. А там у него дома Франкенштейн и маньяк, поэтому я, скорее всего, даже не вернусь. Можно сказать, даже последняя мороженка в этой жизни. Все, отстаньте, пожалуйста. А вообще, идите лучше по домам. Вот. Я погуляю по городу, вернусь потом. Если не ради себя, то ради мелкого. Ради меня, ради города ютуберов. Как я понимаю, вы от меня не отстанете, да, если я туда не пойду? Ну ладно. Да все, все, давайте, заходите, я после вас. Какого же... Не дадут даже жизнью насладиться. Последний раз я был в этом помещении, когда здесь был бойцовский клуб. И я, между прочим, здесь был главным. Я здесь бои устраивал. Помню, как мелкому Ваня задницу надрал. Было такое, было. Ну, ладно. Как говорится, спор это жизнь. Я вижу, паутину все убрали, плесень все убрали. Агрегаты новые сюда притащили. Реально, тут и бицуху накачать можно. Михалыч! Здорово, пельмень! Вот это на беговой дорожке, а ты... А я даже не знал, что это спортом занимаешься. Как дела-то, Михалыч? Алло, прием! Михалыч! Ты будешь с нами разговаривать, игнорщик, алло? Он делает вид, что нас даже не замечает. Михалыч! Здорово! Слушай, отстань, а? Не мешай! Какой деловой курица! Пойдемте, пацаны, и будем этому качку мешать. А здесь что у нас происходит? Опа! До первого нокаунта! Погнали! Вот и мороженка кончилась. Ты смотри, какой-то качок здесь местный. Первый раз его вижу. Мне кажется, это походу он открыл этот спортзал. Ладно, давайте мы ему не будем мешать. Мы пришли просто покачаться. Мы ему мешать не будем. Он походу решил нам помешать, да? Новенький! Ну типа того, да. Тут первый раз в вашем спортзале. Ну как бы я тут прежний владелец был давным-давно. Давай на ринг, быстро! Смотри, какой агрессивный нафиг! Слушайте, пацан, сейчас, Гришка тоже тут ходит, так походу они с Михалычем здесь за компанию в спортзал ходят. Слушай, пацан, я не по боксу, поэтому давай, если ты хочешь там нокаутировать какого-то, кого-то там, давай потом еще раз Гришку, хорошо? Деремся до первого нокаута. Воу, куда погнали, какие погнали, пацан, иди вот это в одном, никуда, отстань, я не буду с тобой драться, все. Подожди, сейчас все будет. Степа,
Дай биту, на секундочку. Сейчас. Нокаутировать надо одного чувака. Ну давай, до первого нокаута. Давай, раз, два, три. Уворачивайся от удара. Ага, давай, давай, да. Подбегай, давай, давай, ты первый. Спасибо, Степа. Нашелся тут вот этот Джеки Чан местный нафиг, уворачиваюсь от удара. Спрашивает новенький, подбегает и вот это, и хочет мне навалить. Мелкий, верни биту у Степе. Вот это, ага, вот так вот. Так, ладно. А чё ты тут заниматься? Степа, ты меня сюда затащил, давай будешь моим тренером на сегодня. Жим лежа, 10 раз, быстро. Все будет, капитан, все будет хорошо. Так, жим лежа, если я хорошо помню, это делается примерно как-то вот. Мелкий, подстрахуй меня, пожалуйста, если эта шняга шандарахнется мне на голову, то еще одно сотрясение. Давай, 10 раз. Мороженьки, конечно, не хватает, чтобы одну заточил. Ты видишь? Ты видишь? Не 9, 10 было, Степа. Все сделал. Да, что следующее? Пресс качай. Также 10 раз. Все понял, принял. Мелкий, давай ты будешь моим помощником сегодня. Так, давай ложись возле меня, сейчас будем прессак качать. Если он думает, что мне это поможет в борьбе с маньяком, мне кажется, Степа очень сильно ошибается. Больше не могу, Степа, 8, 9, 10. Все, иди, да куда еще отстань? Ты сам-то попробуй, давай 10 раз, давай попробуй 10 раз, попробуй. А, ну, ты смотри, как мелкий-то, мелкий хватит, ты уже раз 30 сделал. Все, Степа, мне кажется, на сегодня хватит этих занятий, я и так уже перекачался за последний год. Давай грушу пинай. Ладно. Помогай, мелкий, помогай. Давай пинай, у тебя лучше получается, давай. Давай, сильнее, давай, слева вертуху пропиши, давай, да, со всей силы, давай, как шандараку. Ты смотри, Арнольд Шварценеггер, просто, мало, все, хватит груши ломать в спортзале, а то сейчас вот этот Вова проснется, еще захочет, чтобы мы заплатили за вот эту грушу. Так, ладно, все, Степа, доволен. Мне кажется, вот сейчас и отдохнуть можно. Пошли, мелкий. На сегодня, мне кажется, мы натренились. Давай, садись. Сейчас бы мороженку заточить. Как-то первая у меня слишком быстро кончилась. А, ничего, мелкий. Сейчас из спортзала вот это выйдем. У меня дома в холодосе еще по две мороженки валяются. Поэтому придем, я и тебе одну дам, и себе одну дам. И себе, и мне, как говорится. Здорово! О! Бомжара, здорово, какими судьбами? Чё, ты тоже спортзал? Слушай, как я понимаю, весь вот это город ютубера здесь в этом спортзале занимается. Ну мы тоже только что после силовой тренировки. Да не, у меня к тебе дело есть. А, ну давай рассказывай. Короче, я хочу тебя пригласить на одно мероприятие. Так, давай поподробней. Сегодня в городе открывается первая заправка. Грандиозное событие для города ютуберов. Да ладно! Ты прикинь, спустя миллиард серий жизни ютубера ты решил заправку открыть. О, башка болит. Здорово. Проснулся, да, боксер юный? Короче, Михалыч, так меня что-то вырубило. Давай второй раунд. Степа, он второй раунд хочет. Дай биту, на секунду. Ага. Ну, давай второй раунд. Погнали. Так, держи обратно. Ну, поподробнее, что там за мероприятие? Я тебя хочу пригласить ведущим. Ведущим на открытие заправки? Тебя все в городе знают и захотят посмотреть на тебя. И заодно прорекламируем заправку. Слушай, ну это реально грандиозное событие. Ну, за столько серий жизни ютубера бомжара наконец-то одумался и решил в городе открыть вот эту первую заправку. А где она, кстати, находится-то, а? Возле твоего ресторана. А, так это прям под рукой. Слушай, бомжара, я бы с удовольствием согласился, но, наверное, стоит тебе отказать,
Потому что у меня сегодня еще две встречи запланированы на ближайшие там 5-10 минут. Поэтому я сейчас должен туда бежать. Наверное, мне не хватит времени, чтобы вот это перейти. Башляю 10 стаков золотых монет. А, тогда хорошо, по рукам. Как говорится, пацаны, бизнес, бизнес, качалка, качалка. И в первую очередь, как бы, реклама заправки, потом все остальное. Жду тебя сегодня вечером. Все понял, бомжара, давай вечером приду. А мы, пацаны, пошли навстречу. Давай. Так, куда двери пи... Ты дурак, бомжара! Пацаны, пойдемте. Этот Степа думает, что если я реально 10 раз отожмусь, то значит он меня хорошо подготовит к встрече с маньяком. Да на кой черт мне эти отжимания? На кой черт мне этот пресс? Степа, пошли внутрь! Рикардо заждался. Трудится, трудится пчелка моя рабочая. Рикардо, здравствуйте! Как подготовка нового мерча идет? Здорово, я тут готовлюсь, молодец. Отойди в сторонку, отойди, я тут кое-что должен показать. Я же тебе не рассказал, это был небольшой такой сюрприз. У меня мерч завтра выходит. Мой мерч и Катин мерч. А вот Рикардо все это уже подготавливает. Опачки! Вот, кстати, вот. Ля какой, мы с Катей разрабатывали этот дизайн и уже запустили мерч-продажу. Ссылочка на вот это вот есть в описании. Если тебе интересно, можешь зайти в магаз и посмотреть. Как бы не расстраивай Рикардо. Рикардо здесь как пчелка трудится, мерч расставляет, подготавливает к продажам. Завтра здесь будет куча посетителей. Вот последний мой день в городе ютуберов я должен провести с пользой. Распродать весь этот мерч к чертовой бабушке. Мерч на складах, все готово к продаже. А сейчас, Рикардо, у меня к тебе просьба небольшая есть. Буквально на минуток 10. Пошли за мной. Вы, пацаны, здесь стойте, никуда не уходите. Пошли, Рикардо. Тут на втором этаже гардеробная, вот эта переодевалка. Учитывая то, что завтра здесь будет куча посетителей, мерч будут покупать, примерять. Грязно просто не могу. Вот метла, вот переодевалка. Рикардо, ты понял, да, что надо делать? Будет сделано. Давай, 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 дорогой, давай, давай. Заходи, метлу забыл. Метлу забирай. Ага, все, давай, я потом позову. Пацаны. Сейчас будет главная встреча за последнее время. Я встречусь с тем, кого даже мелкий не застал. Тот, с кем я прямо сейчас встречу, был только в самых первых сериях жизни ютубера. Тогда даже Стёпы здесь не было. Тогда даже мелкого здесь не было. И того человека помнят только те самые, которые начали смотреть жизнь ютубера еще давным-давно. И вот сейчас он должен сюда прийти. А вот он, кстати, и идет. Пацаны, без лишних слов. Отодвиньтесь. Да-да-да, заходите. Сколько лет, сколько зим Степа биту убрал. У этого молодого человека есть получше оружие, нежели вот эта твоя бита. День добрый. Добрый день. Товар принес? Товар принес. Пацаны, встаньте на вход, проследите, пожалуйста, чтобы никто сюда случайно не зашел. А, проходи, проходи сюда, проходи. Бабки принес, все принес, не парься. 2 стака золотых монет, как мы с тобой договаривались. Давай, пиндюль, сюда. Один калаш, 2 стака патронов, 3 стака патронов. Вот эта пушка, дай-ка я ее заценю. Ядреный случай, но если это мне не поможет в войне с маньяком, то я не знаю, чем мне поможет. Так, одна граната, еще какая-то граната. А вторая граната это чё? Сейчас я продемонстрирую. Слушай, а может не надо ничего демонстрировать здесь в помещении, хорошо? Ты дурака куст... Да! Нет! Ты с ума сошёл светоглушающую гранату в помещении бросать? Ай! Контрабандюган! Ты с ум... Тебя контузило на войне, что ли? Не могу понять. Ты еще давай миниган достань и продемонстрируй, пожалуйста, на стеклах вот этих. Вот тогда и расстреляй здесь все к чертовой бабушке. Новые разработки, ослепляющие гранаты. Да все, спасибо большое.
На! 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 И сматывайся к чё... Ой, да башка-то как разболелась! Ёханый баба, иди нафиг отсюда с приятной охоты! Какой охоты? Я ни на кого охотиться не буду! Мелкий умер, походу! Мелкий! С тобой все хорошо? Хорошо, просто контузило тоже немножко. Да и меня что-то контузило прям на всю... Контрабандист! Последний раз я его видел, наверное, серии 100 назад, если даже не больше. Стёпа! Ты чё в стенку уставился? Все хорошо! Походу всех контузило. Рикардо! Рикардо! Можешь спускаться! Короче, дорогой мой, это... Я думал, это диван. Стёпа, это стена. На меня смотри. Короче, Рикардо, за вот этим сундуком присматривай 24 часа в сутки. Так же, как и за мерчом. Я ночью приду и заберу его, чтобы с этого сундука ничего не пропало. И самое главное, не заглядывай туда, не смотри, что там внутри. Все понял? Я просто здесь его оставлю, а куда мне его еще понести? Вот, оставлю его здесь, приду, заберу. И к продаже мерча готовься. Все, пацаны, пошли. Стёпа, аккуратно вперед, ножками передвигай. Аккуратненько, не врежься в сундук, ты на сундук запрыгнул. Давай, давай, давай. Давай, потихонечку. Мелкого опять вырубила. Мелкий, вставай, дома кофе ждет. Все, сразу молодец. Все, давайте, выходите, двери закрывайте. Ты перед Стёпой двери закрыл. Стёпа, там, да, Стёпа, Стёпа, в двери зайди. Все. Так, я пообещал Михалычу заправку прорекламировать, вот это там ведущим побыть. Мне хотя бы интересно посмотреть на эту заправку, как она выглядит. Сегодня я вряд ли успею это сделать, хотя... Ёшки-картошки. Пацаны, вы только посмотрите, что там... Мелкий, мы Стёпу потеряли. Давай за Стёпой! Опять куда-то в стенку врезался. А так, Стёпа здесь... Мелкий, отбой, Стёпа! Стёпа просто с другой стороной пошел. Спаси, пожалуйста, этого вот контуженного. Все, давайте сами там разбирайтесь. Так, красная ленточка. Ее, походу, я буду разрезать, как ведущий, ну, типа, с открытием заправки. Но я не знаю, справимся ли мы с этим сегодня или нет. Просто у нас еще с мелким работенкой есть небольшая. Пацаны, если мы успеем, вернемся сюда на заправку. Сейчас быстренько ко мне домой. Тащи вот эту Стёпу за забитую его. И давай домой. Надо записать последний ролик на YouTube. Перед моей, можно сказать, финальной разборкой с маньяком. Салам алейкум, брат. Стёпа, забегай. Мелкий, давай, запрыгивай, быстро, 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 времени очень мало, запрыгивай. Стёпа, бери камеру, бери вот эту и становись за столом. Вот камера слева от елки. Камеру бери. Перед тем, как уйти, надо записать последнюю серию на YouTube. За последнее время я уже поназаписывал очень много видосов на YouTube, но не выводил бабки из этих видосов. Поэтому, Мелкий, если я не вернусь из дома маньяка, все мои бабки... Как завещание тебе. Потом пойдешь в банк, с моего счета снимешь. А сейчас последний, надеюсь, не прощальный, но на всякий случай его надо записать, ролик на YouTube. И сегодня мы будем записывать новую серию. Пробуем, только уже не с Катей, а уже с Мелким. Шестая серия пробуем. В предыдущей серии Катя попробовала тараканов. Посмотрим, сможете попробовать Мелкий в этой серии тараканов. Вот здесь, в этой кастрюле, в этой миске тараканы, которые пробовала Катя. Салпом. Давай для контента, для серии надо записать. Ну пока я не могу понять, понравилось ему или не понравилось. Мелкий! Тебя там не тошнит случайно? Стёпа, помоги ему, пожалуйста. Это нормальная реакция от тех людей, которые первый раз в жизни пробуют таракана. Катя попробовала таракана только спустя 5 серий пробуем на втором канале. Вот я хотел с Мелким контент запилить, но что-то я не подумал, что его так быстро может стошнить. Если кто-то до сих пор еще не видел, я прям зуб даю. Вот если кто-то думает, что это вранье, нет. Вот в этой серии... Вот, подсказочка на серию пробуем. К
накатил. Мало того, что там как бы электрошокером шандрахнул, так она еще и тараканов попробовала. Ладно. Значит, мелкий, в следующей серии еще раз попробуешь. Надеюсь, тебя не стошнит. Все нормально. У мелкого всегда все нормально. Пошли, Степа. Сейчас ты будешь тараканов пробовать. Надо же серию до конца дозаписать. Ладно. Пойду, значит, сам их кушать. Приятного аппетита, что ли? Погнали!